Шрила Гавнитай Киджа, Шрила Прабхупада Киджа, Ананта Коти Вайшнава Вринда Киджа, Гаура Премананди. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Valava Girivara Hari Gopi Jana Valava Girivara Hari Gopi Jana Valava Girivara Hari Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Padachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Janalalava Girivaradhari Gopi Janalalava Girivaradhari Yashoda Nandana Raja Janarandana Yashoda Nandana Raja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Держи поверь. Krishna, Krishna, Hare Hare,
Особая тема сегодня? Нет? Предложение? Я сам что-то? Продолжим вчерашнюю тему? Мы вчера говорили о чистоте преданного служения.
читали из книги «Нектар преданности» Шрилы Прабхупады. И вчера мы затрагивали тему религии и ее сути. Все священные писания относятся к области религиозности. Это область веры. Это область стремления к чему-то возвышенному, к развитию, к прогрессу. На первом месте дхарма, религия, говорят веды. Сначала религия – это качество. Например, основополагающая опора религии в наше время – это честность, правдивость. Если мы следуем этому принципу, мы можем строить следующий этап цивилизации, приступить к экономическому развитию. И если у нас есть возможность экономического процветания, нам доступно счастье материальное, кама, третья ступень. И когда люди счастливы и благочестивы, они все же понимают природу материального мира, задумываются об освобождении от страданий полностью, из цикла рождения и смерти. Итак, на первом месте дхарма. Дхарма описывается как долг и обязанности. Мы говорим, что это религия нашим языком современным. Мы говорим, это религиозность. Но на самом деле слово дхарма имеет множество значений. И ключевое значение не религия, а природа. То есть мы просто учимся следовать своей природе. Это интересный момент, потому что в ведах утверждается, что никто, кроме человека, не может лгать, ни одно другое живое существо. То есть природа обычно у всех честная. Естественно, так. Но в природе людей резко проявляется двойственность. Нужны религиозные законы, напоминания, не лги, например. Или не кради, или не завидуй. Что нельзя применить ни к другому живому существу, выше или ниже человека. И человек – это такое существо между животным и более высоким существом. Промежуточный этап, где сочетаются животные инстинкты с разумом и выбором. Ему нужно направление, как бы воспитание, процесс образования, воспитания, развития. Мы все заботимся о развитии, думаем об этом. И на первой ступени находится дхарма. Познай природу свою. Свою природу. И следуя своей природе, ты не совершишь греха. Если человек следует своей природе, он не совершает греха. Даже когда Арджуна сражается на Курукшетре, он не совершает греха, потому что он кшатри, он воин. Это его обязанность, его долг участвовать в битве. Воины должны сражаться во время войны. Это не скверняет его положение. Но если человек имеет другую природу, он не должен сражаться. Например, браман, он не должен сражаться, он должен проповедовать, он должен знать и передавать знания. Изучать священное писание, заниматься медитацией, самоосознание, знать науки. Знать практически все необходимое для жизни. Настоящий браман, он знает две вещи, должен знать, которые чрезвычайно интересуют людей в этом мире. Две вещи интересуют всех. Это здоровье и будущее. Это аюрведа и джотиш-шастра. Любой рядовой браман должен знать эти науки. И обучать людей, опираясь на эти науки. Так, веды тоже утверждают, две истины существуют, две цели жизни. Первое – это здоровье. И второе – познание абсолютной истины. Это исходит из класса браманов, это их обязанность. Но кшатри должен защищать этот принцип. Если кто-то препятствует передаче знаний, он должен вмешаться с помощью силы или политики, законов. Эти законы описаны в так называемых религиях, мы говорим. Не убивай. Это не закон религии. Это общечеловеческий закон. Это вселенский закон. Это закон, который говорит интеллект. Не причиняй насилия, потому что не поступай с другими так, как ты бы не хотел, чтобы поступали с тобой. Это разум. И объясняются законы кармы, причинно-следственной связи. Что на самом деле мы вредим только самому себе, совершая зло. Если мы это слышим от брамана, это знание проникает глубоко в наше сердце и интеллект. Если это мы слышим от других людей, это знание не проникает. Например, эти книги можно прочитать, но это знание может не проникать в сердце, пока мы это не услышим. А достойной личности Прабхупада стал проповедовать на Западе, и люди стали меняться. Но когда он приехал в Англию, он сказал, здесь более 200 переводов Бхагавад-гиты на английский язык. Но общество не меняется.
Но вот у нас есть Бхагавад-гита, как она есть. И люди становятся преданными, когда читают ее. Есть разница, кто излагает мысли, кто говорит. Так есть голова общества, руки общества, есть живот общества, есть ноги общества, есть различные классы людей, у них есть своя природа. Если мы все следуем своей природе, мы не совершаем никакого греха. Все достигают одного и того же совершенства. Рабочий и браман равны в достижении цели. Вот как интересно. Но если нет цели жизни, тогда достаточно важно, кто какое место в обществе займет. Другой смысл остается, единственный – положение. Но браман – это не положение. Кшатри – это не положение, это природа. Кто льва устанавливает на престол в лесу? Это природа, это не положение. То есть природа и положение должны соответствовать. И когда они соответствуют природе и положению, мы сталкиваемся с двойственностью. Вроде бы врач, но лечить не умеет. Вроде бы адвокат, но берет взятки. И в таком духе мы встречаемся, мы удивляемся, мы сталкиваемся. Это проблема, это серьезная проблема. Поэтому религия говорит, стань честным. Это первая нога, первая опора религии, честность. Но то, что мы изучали вчера и сегодня, не относится как таковой религии. Это другая область. Это называется суть религии. Когда Шукадева Госвами излагает Шримад Бхагават, он говорит, царь, так много различных дхарм существует, но нам нужно знать суть дхармы. Суть – выжимка, сливки, нектар этой дхармы. Это санатана дхарма, Прабхупада, наша вечная природа, наше вечное духовное, познав ее, познаете все остальное. Более того, если вы просто идете путем санатана дхармы, даже совершая какие-то ошибки в этом мире, они очистятся. Они очистятся так же, как дрова горят в огне, говорится. Все грехи сгорают в присутствии трансцендентного знания. Если мы руководствуемся одним лишь принципом «я слуга Бога», мы достигаем совершенства. Но если мы думаем, кто я, кшатри, браман, или вайш, или шудра, что мне делать? Как же решить этот вопрос? И даже если мы станем успешным кшатрием, или успешным вайш, или разбогатеем, или станем мастером золотые руки, это все же не приближает нас к совершенству. Потому что это все еще отождествление с материальной природой, с материальным телом. И в наш век кали, как никогда, санатана дхарма применима для каждого из нас, потому что мы уже не знаем, кто мы. Мы не знаем свою природу. Но мы должны знать только одно, говорится. Я слуга Бога, я душа, я частичка Бога. И таким образом каждый достигает совершенства. Это называется преданное служение. Прабхупада объясняет, что религия может иметь начало и конец. Религия представляет какую-то идею веры. Ну, кто-то верит в Иисуса, кто-то в Мухаммеда, кто-то еще как-то верит. Ну, у нас есть 5 основных религий на планете, во Вселенной больше. Им нет конца и края. Они чередуются, как бы они могут возникать и исчезать. Это имеет временную природу. Согласно месту, времени, обстоятельствам, мы можем называть себя каким-то верующим человеком. Но меняется место, время, обстоятельства, я могу сменить веру. Это факт, что вера может меняться на наших глазах. Люди были атеистами, теперь становятся верующими. И некоторые верующие снова становятся атеистами. А материалист может снова стать верующим. То есть вера может меняться только в капитализм, то в коммунизм, то в какой-то другой изм, то в буддизм, то ли еще шовинизм. А кто-то верит в фашизм. Мы верили в коммунизм когда-то. Да, полная вера была, 100%. Шарадха. Ништха, твердая. Я твердо верил. С детского сада нас научили верить в Ленина и в коммунизм. Очень твердо верю, я не шучу. Мы пели киртаны ему. Я помню даже, какие песни мы пели перед изображением Ленина. Представьте здесь изображение Ленина, и вы поете имена Ленина. Это так было, я не шучу, это не шутка. С детского сада нас приучали петь песни о Ленине перед изображением. Рассказывали очень трогательные истории, мы во время киртанов плакали, испытывая трансцендентные эмоции. То есть с личностью мы верили, это вера. Вера создавала такой потрясающий образ, что мы плакали, мы могли жизнь за Ленина отдать. Мы воспитывались героями. За Ленина легко пожертвовать жизнью можно было. И люди так делали на самом деле.
Но затем эта вера сменилась, как ни странно, с какой же отдачей мы это делали, с такой же отдачей была обратная реакция, с такой же силой мы отвергли в какой-то момент это. Это называется идея веры, которая может меняться. Но санатана дхарма не меняется. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Она приложима и к коммунисту, и к капиталисту, и даже к фашисту, к любому исту. И даже если никуда не принадлежите, все равно применимо к каждому. Что это? Это идея служения. При всех обстоятельствах мы служим, мы ищем возможность служить. Вы заметите, как это спонтанно и совершенно незаметным образом спонтанно проявляется в каждом человеке, когда он любит кого-то. Начинает служить. Вы любите своего ребенка? А что это означает? Вы автоматически начинаете выполнять все его желания. Иногда против своей собственной воли, когда уже надоело, все равно делаете. Ну, потому что вы любите его. Вы должны уступать его желаниям, считаться с его желаниями. И более того, вам нравится исполнять желания ребенка. Если вы кому-то должны отдать деньги, вы можете сожалеть. Но если вы ребенку даете какие-то свои деньги, вы рады. Это называется служение. Служение. И оно сопутствует всем нашим привязанностям. К чему бы ни привязались, мы начинаем служить. Это наша природа. И без служения мы не чувствуем себя нужными и счастливыми. Как часто старая мать говорит, я больше никому не нужна, вы больше не хотите меня, не позволяйте делать то или другое. Я порчу ваших внуков. Я страдаю, никому не нужна, я теперь несчастна. Я бы хотела тоже совершать какое-то служение, но мне не позволяют. Муж служит жене, а жена служит мужу, президент служит стране, а страна служит президенту. Все связаны взаимным служением. Но в чем проблема? В том, что каждый думает, что он господин. Я господин этой семьи, или я госпожа этой семьи. Я господин этой страны и так далее. Это называется сознание, извращенное сознание. Сознание Кришны означает, что я слуга, это истина. Никто не является господином. Как вы себе представляете? Кто тут может быть господином? Это невозможно. Вы не можете даже контролировать кипящее молоко. Оно уплывет все равно у вас, рано или поздно. Кто скажет, ну, примерно несовершенно, я могу встать около молока и проконтролировать его. Но тогда неизвестно, кто кого контролирует. Вы молоко или молоко у вас? Вот таким образом устроена материальная природа. Мы думаем, что мы контролируем. На самом деле мы находимся под полным контролем. Такова реальность. И если вы думаете, что вас никто не контролирует, вы абсолютно независимы и свободны, почему вы постоянно смотрите на часы? И вас гонит время куда-то, а? Вы же свободны, вы же независимы. Почему здесь хронометр носите и заглядываете? И когда смотрите, ускоряете шаг куда-то. Кто вас гонит? Кто-то вас контролирует. Время вас контролирует. Контролирует законы государства. Всегда есть какая-то контролирующая сила, которая нам напоминает, ты не господин, ты не хозяин. Подчиняйся, подчиняйся, подчиняйся. Если я все же продолжаю не подчиняться, болезни приходят. Подчиняйся, говорит материальная природа. Ты должен подчинить, должен понять, что ты слуга, что ты частичка, что ты не полное целое, ты не Бог. Ты не полное целое, ты не можешь все объять, у тебя нет вселенской формы. Есть у кого-то здесь вселенская форма? Некоторые говорят, что она уже вот есть, просто вы ее не видите, это и есть все моя вселенская форма. Бхагавад-гите описывается вселенская форма. И Арджуна попросил Кришну, но он утверждает, что он верховный. Поэтому Арджуна спрашивает, ну докажи, Кришна, даже больше не для меня, а для потомков. Люди могут усомниться в твоих словах, ты должен какие-то доказательства предъявить. Покажи мне эту форму вселенскую. Хотите вселенскую форму? Я вам не покажу, я просто спрашиваю, хотите? У меня нет вселенской формы. У меня даже эта форма временная, понимаете? Если я ее покажу, это ненадолго. Она постоянно куда-то переезжает, болеет, стареет, а потом еще умрет со временем. Как иногда меня встречает и говорит, о, Читанчана, что-то вы постарели. И я уже понимаю, что придет время, когда мне скажут, о, Читанчана, что-то вы умерли. При этом каждый Читанчана стареет, а я нормально. Но все мы стареем. Если вы видите, что кто-то стареет, значит, вы видите, что вы стареете точно так же. Мы должны все посмотреть друг на друга и охнуть, что-то мы все стареем. Что-то мы все скоро умрем, похоже. Не пора ли нам серьезно воспевать Хари Кришну? Это будет реальность.
Итак, Арджуна просит, покажи вселенскую форму. Я не думаю, что кто-то из нас готов увидеть то, что видел Арджуна, эту картину. Я думаю, что мы вряд ли бы остались даже в живых, если бы видели то, что видел Арджуна. Даже Арджуна, такой великий человек, был на грани помешательства и смерти, когда стал созерцать то, что Кришна показал ему. Но Кришна предупредил Арджуна, этими глазами ты не сможешь увидеть эту форму. Я тебе сейчас дам другие глаза, божественные. Смотри, Арджуна. И как только Кришна дал ему божественное зрение, Арджуна увидел сверху, снизу, со всех сторон. Все пронизано этой личностью. Конца и края этой формы он не увидел. Он видел, как вечное время все разрушают. Он видел, как вращаются гуны, как работает карма. Он видел все эти бездонные пропасти вселенной. Все эти руки и ноги вселенской формы, как она действует ужасным образом. Жутко видеть все эти рождения и смерти, все это в этой форме просто перемалывается, перемалывается в этом огне. А Арджуну стало трясти, и он подумал, надо спасаться. И он стал возносить молитвы, поклонная тебе вселенская форма. Спереди, сзади, со всех сторон, тысячу поклонов одновременно, будь милостив. Я вижу, как все демоны разбегаются в рассыпную, видя все это, полубоги молятся, все в страхе. Ужас объял его. И поэтому Кришна в конце говорит, покончим с этим, Арджуна, это не так важно. Это устрашающая форма. Есть более важная, более дорогая, более близкая, вот эта двурукая флейта, которую ты видишь перед собой, двурукая форма, которую видишь перед собой на колеснице. Я перед тобой, Арджуна. Вот что важно для тебя и для меня. Мы друзья. Очень трудно подружиться с вселенской формой. Очень сложно. Очень трудно подружиться со смертью. Иногда люди думают, что нужно избавиться от смерти и старости каким-то образом. Но не в этом дело. Прежде всего нужно избавиться от рождения. Об этом никто не думает. Я уже родился, как же мне избавиться? Это рождение Пхава проникает в мое сознание настолько глубоко. Я себя отождествляю с местом рождения, с телом, с родственниками. И вот с этим нужно покончить. Это есть корень других воплощений. Родившийся умрет, умерший раз заново родится. Из дерева вызревает семя, из семени вырастает новое дерево. Этому конца и края нет. Как же положить конец этому? Не отождествлять себя с материальным телом. Я не русский, не американец, Прабхупада говорил. Я не индуист. Я вечная душа, слуга Кришны. Это мое изначальное вечное положение. Санатана Дхарма. Это неизменно. Итак, мы вечные слуги Кришны. Вечные слуги Бога. Поэтому служение – наша природа. Это называется сливки всех ведических писаний. Не религия, а как бы сливки. Выжимка, суть религии. Так Бхагаватам называют. Суть религии именно. Суть религии заключается, что нужно полюбить Бога и все живое, это все. Однажды мы были на собрании в Алма-Ате всех конфессий города. И меня, поскольку то, что пригласили, я пришел в Тхоти как представитель Хари Кришны. И всем давали какое-то слово. Ну, знаете, бывает сложно, разные религии, и каждый чувствует, что он должен отстоять свою позицию. Тоже есть некое соперничество между религиями, между лидерами. Каждый в глубине уверен, что его религия наиболее как бы, верная, наиболее, ну, лучше всех. Я был не исключением, я тоже сидел с гордым видом, думая, что моя религия тоже не хуже других. Я проник с этим настроением, потому что общая атмосфера была такова. И когда пришло время мне говорить, тут я подумал, что же я скажу. Если я буду говорить в таком духе, я все испорчу. Если я буду говорить, что я лучше всех, то это плохо будет. Нужно что-то сказать, чтобы всем было хорошо, и мне тоже, и другим. И что же Бхагаватам такое говорит, я специал вспоминать. То есть сам по себе я был полон несовершенств, честно скажу. Мое настроение было несовершенным. Но поскольку чувствовал ответственность, я стал вспоминать, что же Бхагаватам говорит о совершенстве религии, о сути всех религий. Это придало мне сил, я вспомнил, я смело вышел на сцену, все подумали, все, сейчас он будет прославлять свою религию. Сейчас будет этот фанатик навязывать все всем. Я тоже так уверенно вышел, как фанатик. И спросил весь зал, какая религия самая лучшая? Все аж перепугались, боже. Все, нам конец. Все, сейчас конфликт какой-то будет точно. Сейчас он скажет, моя религия самая лучшая, и начнется. Сейчас каждый начнет драться с ним, и он тут сейчас устроит сражение. И такое напряжение возникло в зале, знаете. Все просто были напуганы. Тем более азиаты, они такие мягкие люди, еще не любят революционных русских. А тут русский танк на сцену вышел, знаете. Какая религия самая лучшая?
Это описывается в Бхагавата Пуране, сказал я. Все еще притихли больше, еще авторитетные какие-то изречения сейчас будут доказывать что-то своими писаниями. Я процитировал, та религия лучше всех, которая желает блага абсолютно каждому живому существу. Зал секунду думал. Харибу! Взорвался аплодисментами. Всем это понравилось. Это Бхагавата Пурана. Это суть всех религий. Она применима абсолютно к Санатана Дхарма. Люби Бога, люби все живое. Все, больше ничего не требует. Это главный закон. И он естественный. Так же, как мы любим себя, мы должны любить других. Мы уже любим себя. Так что не вопрос, где брать любовь. Ее так много. И она просто через край плещет, знаете. Мы ходим просто, мы самовлюбленные, мы, знаете, такие все. И просто практика бхакти-йоги заключается в том, что по частичке эту любовь отдавать, предлагать ее Кришне, служение совершать, то есть как слуга действовать. И любовь имеет природу развиваться, или как мы скажем, восстанавливаться она уже, дремлет в сердце, вот ее нужно как бы применить, она устанавливает отношения любовь. С Богом необходимо установить взаимоотношения. Это не религия, это наука. Когда вы верите в Бога, это религия. Но когда у вас есть с Ним отношения, это уже не религия. Это не вопрос веры, это факт. Это факт, что вы можете разговаривать с Богом, Прабхупада, как со мной Он говорил. Он сказал ученикам своим, когда-то вы вот так же будете сидеть с Господом на читании и разговаривать с Ним. Это называется бхакти-йога. Наука взаимоотношений. Есть вера, а есть взаимоотношения. И для того, чтобы мы имели взаимоотношения с Богом, необходимо просто знать, кто это. Например, сейчас люди выставляют себя фотографию в интернет. Там есть знакомства какие-то, да? Есть такие знакомства? Выставляют свои фотографии и пишут о себе что-то. Ну, не верьте этим фотографиям. Они не такие. Они лучше фотографии или даже чужие фотографии вставляют туда. Это приманка, это крючок. Что вы не видите партнера, но вы смотрите, что он там выставил. И думайте, что это он. Когда мы сами о себе рассказываем, это неправильно. Вот когда о нас кто-то говорит, это лучше. Вот так знакомьтесь в интернете. Когда сам человек себя представляет, это одно. Вы спросите его знакомого друга. Так это на самом деле. Одна женщина влюбилась по интернету, преданная. Ей 52 года. Она уже хромая, у нее уже зубы, знаете, кривые уже. Волосы седые, больная, но фотографию вставила какой-то Мерлин Монро. Такой красавец. И мужчина, он подумал, что это женщина вот такого рода. И она стала жаловаться в него. Вот я влюбилась, он влюбился, что делать не знаю, он не знает реальности, мне гораздо больше лет, чем я сказала. И я вот на одну ногу уже не хожу, и если он меня увидит, он разочаруется. Что делать? Трагедия в моей жизни на самом деле, я боюсь. А я ей говорю, скажите правду. Что до ноги уже почти нет. Глаза уже плохо видят, зубы шатаются, я уже старуха. Скажите правду о себе. Не можете, пусть кто другой скажет. Так вот, о Кришне нужно услышать. От его преданных. Таково условие. Не слушайте о Кришне от атеистов. Вы не влюбитесь таким образом. Услышите преданного. И преданный расскажет о Кришне так, что вы влюбитесь. Все очень просто. В прошлом, в ведические времена, люди так и знакомились. Никогда девушка не искала себе жениха, так по улице ходила в мини-юбке, в припрыжку. И смотрела по сторонам, ха-ха-ха, хи-хи-хи с подругами. И так находила себе жениха. Нет, они слышали о ком-то. И вот на этом основании авторитетном знакомились. Что вот это будет наиболее реальный документ, когда вы услышите от доброжелателя об этой личности. Вы все поймете. И даже сам себя человек так не представит должным образом. Например, если он скромный, он себе много хорошего говорить не будет, например. А если хвастун, то наоборот, слишком много хорошего расскажет, плохое скроет. То есть такова культура, что мы слушаем о Кришне, потому что о Боге ходят разные слухи, не так ли? Он есть или его нет, знаете, как Бог сидит у себя в кабинете, анекдот. И атеисты приходят на прием. Группа атеистов. Ну, им нужно тоже убедиться, есть он там или нет, и какой он, и прочее. У него есть тоже свои претензии, свои вопросы. И секретарь их встречает, говорит, секундочку, я доложу. Стучится к Богу, говорит, Боже, там атеисты пришли. Скажи, что меня нет. Бога нет, видите.
Для атеистов Бога нет. Он так им и говорит. Думать, откуда у них это убеждение? Он видите, говорит, я поддерживаю это убеждение. Если они хотят чего-то, я как вера изнутри поддержу это убеждение. Меня нет. Меня нет. Глупости все это. Не верь никому. Если даже кто-то видит Бога, все равно глупости. Кажется все. Иллюзия. Самоунушение. Галлюцинации. Есть так много слов необъяснимых. Все, что необъяснимо, это новым термином как-то объясняется. Самое распространенное слово о Боге у атеистов, знаете какое? Неизвестно. Это еще неизвестно. Неизвестность – это и есть Бог. Очините, так и называют его, неизвестность. Это одно из имен Бога. Он неизвестен. Его нельзя познать до конца. Они его применяют, это слово. Это еще неизвестно современной науки. То есть они указывают на Бога таким образом, но не понимают. Они тоже обращаются к Богу, но как атеисты. Но вообще-то мы должны продолжать читать. Интересный момент. Шрила Рупа Госвами говорит также, что тому, кто систематически занимается преданным служением, падение не грозит. Хорошее утверждение. Мы с вами задумаемся о том, насколько вот это посильно для меня, не упаду ли я в будущем, не потерял ли интерес в сознании Кришны, потому что есть такие примеры. У старых преданных всегда мы видим какие-то могут быть сложности, которые уже много лет сознания Кришны, вдруг у них сложности появляются. Не будет ли такое со мной? Вот тут интересное утверждение. Тот, кто систематически занимается преданным служением, падение не грозит. Это все. Систематически, каждый день. Не пропускайте ни один день. Занимайтесь преданным служением каждый день. И падение не грозит. Однако, если по воле случая вайшнав все же падает, ему не нужно выполнять праешчиту, обряд покаяния. Нарушившему принципы преданного служения для искупления не нужно проходить через обряд праешчиты. Чтобы восстановить свое положение, ему достаточно просто следовать правилам и регулирующим принципам преданного служения. Таково таинство вайшнавского культа бхакти. То есть, если человек совершил какую-то ошибку, он должен хотя бы извиниться, правда же? Ну, согласно этикету. Но здесь Рупа Госвами говорит, для преданного нет необходимости в этом. Он просто должен продолжать преданное служение. Само по себе преданное служение уже является покаянием. Это уже значит, что я признаю свое положение слуги. Это уже покаяние. В этом нет необходимости даже проговаривать, прости меня, Господи, позволь мне продолжать преданное служение. Нет, продолжай заниматься преданным служением. Означает, что ты чист, ты невинен. Пока у тебя сохраняется желание служить Богу, ты чист. Апичет судрачаро. Бхагавадгите, как продолжает этот шлок? Баджантема манане пак. Дальше. Садур эва самантавья. Это последняя строчка. То есть он говорит, что если преданный совершает даже самые дурные поступки, но продолжает преданное служение, считать его садху, чистым преданным. То есть, говорится, по воле случая это происходит, ненамеренно может произойти, поскольку мы находимся в волнах материальной энергии, в океане материального существования. Лодку может опрокинуть или захлестнуть в какой-то момент времени, гуны, не шутка. Планеты над нами, 9 планет. Это не шутка, мы не можем иногда справиться с их влиянием. По воле случая это называется. Ну, судьбоносно что-то произошло. Мы спотыкаемся, падаем иногда. Если это так, то мы должны просто продолжать преданное служение. Это не падение считается. Саддур эва самантавьях. Продолжайте считать его садду, репутация не запятнана. Луна, да, имеет тоже недостатки, там лунные пятна. Но они не препятствуют лунному свету. Преданный продолжает сохранять свои духовные качества. Более того, в его сердце углубляется раскаяние, чувство собственного несовершенства и глубокая благодарность духовному учителю и Кришне. За эту безусловную поддержку, за эту любовь. И постепенно, постепенно, постепенно с годами начинаем понимать, до какой же степени мы обусловлены. Когда ложная гордость становится, будет уменьшаться, мы будем понимать, насколько много милости мы получаем, сколько заботы. Во всем нам нужна какая-то поддержка. Если мы начинаем преданное служение, мы получаем аванс, некоторые говорят, старые преданные, так? Такое слово слышали, аванс.
То есть вперед мы что-то получаем. У нас есть энтузиазм, есть вера, мы позаимствуем это. И несколько лет мы совершаем это энтузиастичное преданное служение. Нам становится лучше, еще лучше. Настолько хорошо, что мы начинаем гордиться. Мы начинаем уже гордиться, потому что мы выздоравливаем. Снова силы возвращаются. И когда мы гордимся, мы начинаем совершать некие ошибки, оскорбления. Гордость – причина всех ошибок, оскорблений. И тогда приходят реакции. Аванс кончается, называется. Кончился аванс, теперь что я могу делать? Мне очень трудно. Мне очень трудно теперь следовать садхане каждый день заниматься преданным служением. С преданными отношения изменились с некоторыми. Я чувствую, что отношения не вдохновляют меня. Я вижу недостатки, меня тоже критикуют. Я чувствую, как мне трудно, как мне плохо, как я утрачиваю счастье. И начинаю думать, видимо, это и есть результат преданного служения. Я столько служил, а к чему я пришел? К разочарованию. Значит, каждый человек вот так разочаруется, и я могу потерять веру. Что в этом случае требуется? Помощь. Милость требуется. Живая. Мы получали милость просто непосредственно от Бога, от киртана. Сразу напрямую. А теперь нужна милость от преданных. Непосредственная. Поэтому возлюби Бога – это одно. А потом еще полюби ближнего – это другое. Это еще важнее. Эти заповеди рассматриваются на одном уровне. Любовь, трансцендентная любовь, она распространяется на одном уровне на все. Она божественна ко всему. И к преданным, и к людям, и к другим живым существам, и к Богу. Та же самая любовь распространяется. Поэтому в какой-то момент мы увидим, что мы уже не получаем поддержку непосредственно от Кришны, от Святого Имени. Это означает, что пришло время служить преданным. Осознать эту истину. Как важно служить преданным. Как важно помогать друг другу в сознании Кришны. Как важно поддерживать эту веру, эти ценности, глубокие ценности. Фактически есть три пути достижения уровня духовного сознания. Рупа Госвами пишет три пути. Они носят название кармы, гьяны и бхакти. Ритуалы являются составной частью кармы. Карма. Например, мы зарабатываем какие-то плоды и приносим, поддерживаем храм или божества, алтарь. Это связано с нашей деятельностью, кармой. Мы можем это использовать для яги. Это развитие, это йога. Гьяна. Мы изучаем философию. То же самое. Связываем ее с Кришной. Это гьяна-йога. Если она не связана с Кришной, с абсолютной истиной, это уже не йога, это просто гьяна. Есть разные точки зрения, есть разные концепции, гьяны. Но гьяна-йога значит, что мы связываемся с абсолютной истиной, с Богом. Наше знание. Даже карма-йога означает связь с Богом. Мы Богу какие-то плоды приносим, жертвуем. И бхакти. Бхакти означает, что все посвящается Богу. И карма, и гьяна, и вся своя жизнь, слова, все это бхакти. Санатана-дхарма. Ритуалы являются основной частью кармы. Эмпирические рассуждения входят в состав гьяны. К тому же, кто принял бхакти, преданное служение Господу, не нужно заниматься кармой или гьяной. Уже объяснялось, что чистое преданное служение не имеет ни малейшего оттенка кармы или гьяны. Бхакти должна быть полностью свободна от примеси эмпирического философствования и обрядовости. То есть здесь вы не обязаны совершать никакие обряды вообще. Не делайте никакие обряды, пока не придет осмысление, желание из сердца. Обряды не нужны человеку. Как Прабхупада говорил, люди, когда приходят в сознание Кришны, мы не должны предлагать какие-то правила и предписания. Это ошибка. Не нужно формализовывать это вначале. Они сами постепенно к этому придут, осознавая это в процессе преданного служения. Это не обряд, это отношение. Если вы просто хотите предложить божествам благовоние, делайте вот так, перед этими куклами, то это просто обряд. Магический обряд. Он тоже концентрирует внимание, все остальное, но это не бхакти еще. Это просто некий обряд, механическое действие. Но если вы это делаете осмысленно, это уже бхакти, и даже эти запах благовония будут отличаться. Эти благовония, запах проникнет в сердце, если вы это именно с любовью к Богу предложите, не просто каким-то статуэткам. Если вы осознаете, что перед вами Кришна, это уже не обряд. Кто-нибудь из вас повесил в своей квартире портрет незнакомого человека? Разговаривал с ним? Глупость какие, правда?
Но каждый повесит портрет любимого человека и разговаривает с ним мысленно. Это не обряд, это отношение. Но если думаете, а повешу-ка любой портрет и буду с ним разговаривать, это глупость. Это магия называется. Это некие разделы черной магии или белой магии. То есть бхакти – это естественно осмысленная деятельность. Гьяна автоматически присутствует там. И карма, действия тоже присутствуют там. Но они поглощены любовью, поэтому они не выделяются как отдельные процессы. Выделяется бхакти. Она всепоглощающая сила. Если в нашей действии есть бхакти, это уже бхакти-йога, это не карма-йога. Если в наших мыслях Кришна, это уже не гьяна, это бхакти-йога. Если все свои мистические способности, силы мы используем в служении Богу, это бхакти-йога, это не мистическая йога. Поэтому преданный не считается ни мистиком, ни ученым, ни каким-то важным деятелем. Он просто любит Кришну. А все остальные энергии сопутствуют этому, помогают ему служить Богу. Приходит необходимое количество денег и сил, приходит необходимое количество разума и знаний, и вдохновения. И все это называется одним словом бхакти. Видите, насколько она великая. Бхакти, насколько она чиста. Это называется суть всех религий. Бхакти-йога. Любовь к Богу. В этой связи Шрила Рупа Госвами приводит свидетельство из 11 песни. Шримад Бхагаватам, где Господь Кришна говорит Удхаве разницу между добродетелью и слабостью можно описать так. Те, кто уже достиг высот в преданном служении, никогда снова не встанут на путь кармической деятельности или эмпирического философствования. Если человек неуклонно следует по пути преданного служения и придерживается регулирующих принципов, утвержденных авторитетными ачарьями, это самая большая добродетель. Есть несколько препятствий в практике преданного служения. Например, Асад Тришна, говорит Бхактивинода Такур, это привязано к чему-то временному. Несущественно. Например, привязанность к деньгам называется Асад Тришна. Это временный момент, но нельзя опираться прочно. Вы не можете построить счастье, просто имея деньги. Есть Хридая Даурбальям. Что это такое? Слабость сердца. То есть мы знаем, что это плохо, это не нужно делать. Ну, хоть иногда хочется. Ну, хоть чуть-чуть хочется. Я все-таки позволяю себе это делать. Это слабость сердца называется. Что? В сердце вожделение есть. Другое препятствие. И третье препятствие – апаратха. Склонность критиковать, оскорблять, искать недостатки вокруг. Три вещи. То есть привязанность к каким-то временным, незначительным вещам. Второе – слабость сердца. Мы попускаем себе какие-то вещи. И третье – склонность критиковать, оскорблять. Это значит слабое сердце. Его нужно укрепить, очистить. Вожделение контролируется смирением и почтением. Если мы имеем смирение по отношению к противоположному полу, вожделение не проявляется. Например, к матери кто-то испытывает вожделение. А потому что вы настроены смиренно к этой женщине. Она тоже женщина. И почтительно. Веды говорят, попытайтесь увидеть всех женщин, кроме своей жены, как мать. Со смирением и почтением обращайтесь к ним. Не пытайтесь их эксплуатировать и наслаждаться ими. Это оскорбительное отношение к женщине. Сейчас это становится культурой. И даже, может быть, женщина обидится, если она не посмотрит с вожделением. Современным женщинам может нравиться это делать. Они даже одеваются так, чтобы вызвать какое-то вожделение у мужчины. Но ведическая культура говорит, это оскорбительно. К женщине нужно относиться уважительно. Нельзя их эксплуатировать для сексуальной жизни, говорится. Защитить нужно от незаконного секса женщин. Потому что это развращает все общество и порождает нежеланное потомство, и все общество катится в ад. Это говорят веды. Тут есть смысл, знание. Это не просто какой-то ритуал или обряд, или традиция местная. Это закон. Вожделение рассматривается как антоним бхакти, любви. Если мы испытываем вожделение, означает, что мы не испытываем любви к Богу. И наоборот, если мы испытываем любовь к Богу, вожделения не бывает в этом. Одновременно не случается такого. Что-то одно.
И поскольку мы пограничная энергия, мы можем быть то, либо в материальной области энергии, либо в духовной области энергии. Мы менять можем свое положение, пограничная энергия, плавающее состояние у нас нестабильное, как вода в океане. Если волна прибывает, эта часть суши становится океаном. Если она отходит, это часть суши. Иногда мы духовные, иногда мы снова материальные. С нами такое случается, когда мы живем в гунах материальной природы. Поэтому необходимо утвердиться в добродетели. И когда мы утвердиться в добродетели, значит чистая добродетель или бхакти, чистое преданное служение. Больше не меняю своего положения. То грехаста, то брамачари, то грехаста, то брамачари. Это не бхакти. Это нестабильное положение разума. И мы еще подвержены влиянию гун материальной природы. И даже если человек не исполняет предписанных ему обязанностей, сразу принимая прибежище лотоса стоп Кришны, это не будет поставлено им в вину. И при всех обстоятельствах он будет надежно защищен. И если, занимаясь преданным служением, он попадает под влияние дурного общения и падает или умирает, не завершив процессы преданного служения, то и тогда он не остается в проигрыше. Тот же, кто только исполняет предписанные обязанности своей варны и ашрама, но не помня при этом о Кришне, фактически не обретает того блага, которое доступно лишь в человеческой форме жизни. Итак, мы заботимся, как люди, живущие в материальном мире, мы заботимся, чтобы у нас были деньги, была квартира, была семья, было образование. У нас это обязанность номер один. Если говорить, если даже все эти обязанности выполните, ваша жизнь достигнет успеха. Ну, а в чем проблема? Но если вы не выполните все эти обязанности, общество вас может осудить, конечно же, но будете служить Кришне, вы достигнете совершенства. Лучше совместить то и другое. Но здесь говорится о крайностях. Если даже вам не удалось выполнить свои обязанности по какой-то причине, но вы все же всю жизнь прожили в служении Кришне, вы достигаете совершенства. Что имеется в виду? Ну, неудачно жизнь сложилась. У большинства из нас жизнь неудачно складывается. Браки, разводы, неудачная жизнь. В профессии тоже. Ни рыба, ни мясо. У нас регулирующий принцип ни мясо, ни рыба, ни яйца. Мы видим, что большинство людей как-то не очень удачливы. То есть они не могут выполнить свои обязанности, достичь какого-то совершенства. Миллионы мужчин сейчас ходят с синдромом личной неудачи. Это тяжелое состояние для мужского разума, быть неудачником. Это хуже всего осознавать себя неудачником. Отсюда они пьянство, наркомания, вот эта потеря смысла жизни. Потому что неудача, я не могу развиваться, не могу быть успешным человеком. Их мало, они редки. И большинство из них мошенничают, чтобы достичь успеха. А честные люди не могут. И многие так настроены, что они просто несчастны. Поэтому мы говорим, что в это время трудно выполнить эти обязанности. Еще потому, что мы живем в обществе несовершенном. И имеющим много недостатков, трудно выполнить так свои обязанности, чтобы быть прославленным и ученым, и ярко эту жизнь прожить, славную, как герой, и признание иметь от общества и так далее, и поддержку. Нет, как правило. Вы можете проповедовать всю жизнь, общество вас не заметит, руководящие. Только в Венгрии они наградили духовного учителя медалью, правительственной медалью за заслуги, за успехи в проповеди в Венгрии. Ни в каких других странах никого не наградили еще. Даже в Петербурге еще наград не подготовили. Они нас просто не заметят. Но да, это неудача. Нас не будет слишком беспокоить. Потому что мы заняты преданным служением. Да мы и не ждем никаких наград. Тем более от правительства. Скорее всего, мы будем заниматься преданным служением. Через 20 лет нам укажут на все недостатки. Чисто любовное преданное служение сопровождается чем? Есть такая пословица, даренному коню в зубы не заглядывают. Но здесь это не работает. В нашем случае даренному коню заглянут в зубы. Вы делаете бескорыстно, а не означает, что вам не сделают замечания. Я правда, что с вами рассказал, как он пришел в сознание Кришны, знаете? Ему распространили книгу на улице, а он был из богатой семьи очень. У него был такой кожаный кошель, много денег там. И он достал кошелек, а его брамачари попросил пожертвование на храм. Можете дать пожертвование, вот у вас есть деньги. Ему понравилось вообще эти книги, эти люди, он искал их. Он достал весь кошелек и отдал ему. Все, пожертвование.
И знаете, что сделал преданный? Он достал все деньги, положил в карман, кошелек, сказал, из кожи не принимаем. Это чистое преданное служение. Он честный остается до конца. Здесь мы будем льстить друг другу только потому, что мы бескорыстно служим. Нет, мы опираться на правила, на предписание, на истину, на наставление гуру, и все равно будем делать замечания друг другу. Вот это многих беспокоит. Я тут бескорыстно делаю, меня еще критикуют. Простите, сэр, это не наш долг здесь собирать, просто пожертвовать. Наш долг развивать качество. Мы не пришли сюда собирать пожертвования или давать пожертвования. Мы пришли сюда развивать смирение, скромность и все другие сопутствующие качества бхакти. Вот в чем смысл нашей деятельности. Если мы хотим развить духовные качества, мы выдержим этот процесс. Если мы хотим служить Кришне, мы пройдем это очищение. И мы не пожалеем в итоге. Пока мы в материальном мире находимся, всегда будет о чем жалеть. О чем жалеть? Об утратах каких-то, будут какие-то желания, чего-то мы будем хотеть. Но в какой-то момент мы потерпим полный крах нашей надежды быть счастливым в материальном мире. Это хорошая, очень хорошая платформа. Но полный, понимаете, но вообще никаких надежд. Обычно люди прекращают жить, ну, самоубийство совершают в этом случае. Ну, никакой надежды, жить нет в этом мире, счастья точно не будет. Даже великий мудрец царю сказал об этом однажды. Да будет тебе известен, дорогой царь, в этой книге это описывается, что в этом мире счастья нет, он сказал, скажи это своим подданным, чтобы не верили в всякие глупости. Нам потребуется много времени, чтобы убедиться в этом, что на самом деле в моей жизни тоже счастья нет и не будет никогда материально. И вот это будет причиной предания Богу полностью. Это будет больше, чем счастье, говорится. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Так. То есть в материальном смысле мы не ожидаем счастья. Здесь все запрограммировано. Рождение, старость, болезни и смерть. Есть надежда? Кто-то еще надеется после этих слов? И при этом вы улыбаетесь, видите, у вас нет проблем. Почему? А у вас есть Кришна. Это хорошо. Я это слышу каждый день, меня это не расстраивает. Так. Тем более у меня все-таки что-то есть. Есть квартира, есть деньги, какой-то запас. Есть работа, есть жена. Есть какая-то защита, не так ли? Подождите. Никто вас не спасет от смерти. Ни жена, ни дети, ни квартира, ни деньги. Прабхупада говорит, вы можете заработать $1 000 000 в этой жизни. А в следующей жизни вам его не выдадут. Вы не можете прийти в Сбербанк и сказать, это я их заработал в прошлой жизни, понимаете, выдайте мне $1 000 000. Нет, не получите ни цента. В этом мире счастья нет, говорится. Ну все, потеряете, это уже предопределено. Что же, вы радуетесь? А мы радуемся потому, что мы знаем об этом. Мы готовы к этому. Хари Кришна говорит. Только Кришна, прими меня, пожалуйста. Прими мое служение, все, что я хочу. И сделай так, чтобы я мог помнить о тебе. Даже в самые трудные минуты моей жизни. Защити мой разум. Чтобы не был сбит с толку своими чувствами или обидами, или неудачами в этом мире. Так вы согласны, что чередуются счастье и несчастье в этом мире? Что удача и неудача чередуются постоянно? Но иногда это периоды затяжные могут быть неудачи. Прежде чем Прабхупада проповедовал по всему миру и стал успешным проповедником, он 10 лет жил в ужасных условиях, ужасной аскезе. Он принял саньясу и потом писал, говорил о своей жизни, что это были самые трудные годы моей жизни. 10 лет в одиночестве. Без успеха, без поддержки, без денег. Без семьи. Саньяс означает, все оставить нужно в служении Богу. Он один писал тексты, набирал их, издавал журналы, собирал пожертвования на это. Сам же их распространял, журнал Back to God, потому что его гуру просил его делать это. Уже будучи в преклонном возрасте, он делал это в одиночку. Продолжал. И один там человек был в Индии, который видел его каждый день, как он это делает, трудится с утра до ночи. Один. И никто не присоединяется к нему. Уже столько лет он никто. Безуспешно. И он почувствовал такое сострадание, сказал, Свамиджи, зачем вы это делаете? Да никому это не нужно. Индия, она уже изменилась. Индия ушла от своей культуры, Индия смотрит на Запад. Это безуспешная, сейчас безнадежная деятельность, что вы распространяете Шримад Бхагаватам, науку о Боге. В Индии это уже не нужно, это уже ушло все. Не истязайте себя. Однажды он вышел так на солнце, ходил, и его солнечный удар ударил, он лежал несколько часов на обочине дороги. Без поддержки, без никого, без семьи, без ничего, без гарантии, без денег. И о чем же Прабхупада потом подумал? Пора ехать в Америку, он сказал, проповедовать.
Вот это бхакти. Вот вы сталкиваетесь сейчас сильным примером очень. 10 лет. Потом говорил ученикам, я оставил все, я потерял семью, потерял всех своих родственников. Все мои лучшие годы ушли. Я потерял когда-то свой бизнес. Все Кришна мне отобрал. Время все отняло у меня. Но теперь посмотрите, сколько Кришна мне дает, он говорит. У меня столько прекрасных детей. Он так гордился этим учеником. Говорит, это дар Кришны просто. Он принимал их с такой любовью, с такой, такая ценность. Каждый чувствовал в глазах Прабхупады себя таким важным. Сколько дал любви Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. Он писал эти книги о чистом преданном служении, потому что он всю жизнь жил по этим принципам. И он говорил, все равно продолжайте заниматься преданным служением. Успех ли, неудача ли, вы должны просто продолжать этот процесс. Сознание воина, Арджуна. Бхагавад-гита – это Кришна, Арджуна. Арджуна – воин. Но даже воин может сомневаться, что делать, что не делать в этом мире. И тогда мы читаем Бхагавад-гиту, и мы снова воспрянем духом. Что же нам, продолжать свои обязанности выполнять или нет? Или все же бросить все на свете и уйти в Майю? И в Майю никаких обязанностей уже нет, правда же. Просто спонтанное влечение к противоположному полу, к интоксикациям, к мясоедению, к пище, неразборчивость. И кажется, вот тут есть вкус, я живу. Но это просто слабое сердце. Это несчастье. И склонность к оскорблению аппаратхам. И пока у человека сохраняется эта склонность к оскорблениям, он не может продвигаться в чистом преданном. Потому что чистое преданное служение означает, что мы начинаем видеть святых людей. Иначе невозможно продвигаться. Если мы считаем, что нет никаких святых людей, если нет такой веры, нет такого опыта общения, у нас никаких шансов не существует. Поэтому это великое счастье, что мы знаем, кто такой Шрила Прабхупада. У нас есть его книги, его ученики, которые могут нам представить его прямо вот лицом к лицу, дать это почувствовать. Кто же это за личность Шрила Прабхупада? Когда они говорят о Прабхупаде, мы чувствуем его присутствие. Он всегда живой. Он духовен, потому что. Прежде чем живое существо обратиться к сознанию Кришны, написано Шримад Бхагаватам, выплачет океаны слез. Вот такие еще даются описания Шримад Бхагаватам. Не так-то просто превзойти платформу религиозности, экономического счастья материального и даже идеи освобождения. Столько ловушек в этом мире. Поэтому Бхактивинода Тхакура говорит, Кришна это и мать, и друг, и отец, опора моя, хозяин мой. Весь мой ум, мой дом, мои дети, все тебе принадлежит. Тебе предлагаю с любовью. Бери это все. Когда человек достигает такого уровня, он считается вечно освобожденной душой. Богоцентрическая концепция. В центре Бог. Все принадлежит Богу. Но когда это выражается в бхакти, это потрясает умы и сердце. И мы начинаем слышать, понимать и думать, да, вот я хочу так посвятить свою жизнь, как Бхактивинода Тхакура. Как Шрила Прабхупада, как сделал Арджуна, как все в прошлом великие духовные учителя, которые жертвовали своей жизнью ради блага всех других людей. Иначе эта жизнь бессмысленна. Ценностей нет, дешевка, просто говорят. И горько осознавать это будет. Мы знаем, как трудно терпеть двойственность этого мира. И в сознании Кришны тоже это нелегко. Это не шутка, что мы находимся здесь, в материальном теле, который поражается болезнями, беспокойствами. Тем более человек такое тонкое существо, ему нужно еще и настроение иметь, понимаете? Не просто что-то есть и спать. Ум и настроение, общение, очень самое важное – это общение у нас. Потом Прабхупада хотел, чтобы был искон, чтобы было общество преданных вайшнавов, посвятивших своей жизни. Посвященный, значит, он дает обеты духовному учителю на всю свою жизнь и не нарушает их. Если падает вниз лицом иногда, он поднимается и идет дальше. Несмотря ни на какие, позор или славу, неважно, он просто продолжает свое преданное служение. Чистота и могущество преданное служение описывается. Тот же, кто только исполняет предписанные обязанности своей варны ашрама, но не помня при этом о Кришне, фактически не обретает того блага, которое доступно лишь в человеческой форме жизни. Смысл этого утверждения в том, что обусловлены души, которые, как безумные, заняты деятельностью ради удовлетворения своих чувств, не понимая, что это никогда не поможет им очиститься от скверны материального мира,
получают награду только череду повторяющихся рождений и смертей. В пятой песне Шримад-Бхагаватам Ришабхадев определенно говорит своим сыновьям: люди, занятые кармической деятельностью, снова и снова рождаются и умирают до тех пор, пока они не развьют в себе чувство любви к Васудеве. У них нет шанса выйти из-под влияния суровых законов материальной природы. Хари Арнама Ива Кевалам Калау Настя Ива Настя Ива Гатер Аннетха. Нет другого пути, кроме как воспевать святые имена Кришны. То есть непосредственно стремиться к Богу. Это единственный путь к освобождению. Прабхупада говорит, если мы стремимся обрести персональное освобождение, это временный успех. Это тоже успех, но временный. Все имперсоналисты падают со временем. Они падают до уровня благотворительной благочестивой деятельности. Благотворительности. Открывают больницы, может быть, они это делают, но они падают с трансцендентного уровня. Мы иногда приводим такой пример. Дорога сломана. И люди едут на своих машинах и падают с этой дороги. И разбиваются там. И что такое благотворительность? Вы спускаете сюда к людям. И помогаете им. Кому-то шину накладываете, кому-то обезболивающее успокаиваете. Вы заботитесь о них. Это благотворительность мирская. А что такое трансцендентный уровень? Вы поднимаетесь на эту дорогу и ставите знак. Дорога сломана. Вот о чем речь идет. Вот почему это важнее. Можем предупредить все наши несчастья, избежать много проблем и опасностей, если мы совершим хотя бы каплю преданного служения. Когда мы были в Испании, я сегодня рассказал эту историю друзьям. В Испании экскурсовод у нас был в одном месте с священным, был экскурсовод. Этот экскурсовод нам рассказал интересную историю про Колумба. Колумб, мореплаватель, он открыл Америку, всем известно. Как он это сделал? Ну, он собирался в Индию, не в Америку. Он хотел увидеть Господа Чайтанью. Я был очень удивлен. Как же в Испании знали о Господе Чайтанье? О нем знали, как о золотом человеке. И слухи ходили. То есть Европа знала о явлении Господа Чайтанье. И по-разному это оценивала. Кто-то думал, что это воплощение Бога. Кто-то думал, какая это святая личность. Кто-то думал, возможно, люди в Индии настолько богаты, что все покрывают себя золотом. По-разному. Но всех это так или иначе привлекало. То ли с золотым богатством, то ли какой-то особой мудростью. И Колумб верил в этого золотого человека, как в Бога. И очень хотел увидеть его. И знаете, что случилось потом? Господь Чайтанья пришел ему во сне, этот золотой человек. И сказал Колумбу: иди к королю и проси команду и корабль, он даст. И сон был настолько яркий, настолько потряс этот образ золотого человека, что Колумб, не сомневаясь нисколько, ни на секунду, пошел к королю и сказал: мне нужен корабль и команда, я хочу поехать в Индию. Но он не сказал о золотом человеке. Он сказал: я привезу специи. Потому что специи на вес золота тогда распространяли, особенно черный перец. Поскольку это жаркое место, и там люди едят мясо быстро портится, черный перец прекрасно забивал все эти запахи. Любую пищу делал ароматной. И поэтому вот на одни весы сыпали перец, на другие золото. Вот так продавали черный перец. И он сказал королю: я привезу черный перец и другие специи. На что король, как правило, они не любили рисковать, сказал: да, бери. Даже разговора не было. Колумб подумал: какой-то подвох. Пойду-ка я к королеве. Пришел королеве и сказал: я был только что у короля, я просил команду и корабль, чтобы идти в Индию. Королева, не глядя на Колумба, говорит: да, бери. Что же случилось, подумал Колумб. Как все просто. Этот сон, это явление, я пришел, и все уже организовано. Без всяких усилий. Оказывается, золотой человек пришел одновременно во сне всем троим. Он пришел к Колумбу, он пришел к королю и королеве и сказал: придет Колумб, дайте ему корабль и команду. Он всех потряс просто во сне. Никто с этим сном не спорил, смотрите. И Колумб, поскольку он думал, что Земля круглая, конечно, он ошибался. Мы знаем, что она не круглая. Ну, до какой-то степени, что она круглая, не знаю. Ну, в школе так говорят. Он решил в Индию поехать другим путем, чтобы не огибать эту Африку, знаете, этот опасный очень долгий путь. Он решил с другой стороны в Индию приехать и открыл Америку.
Это написано в одном из комментариев Прабхупады, что Куала Лумпур открыл Америку, потому что совершил преданное служение Господу Читания. Но он не раскрывает им этого смысла. Я не знал, что, какое же он служение совершил Господу Читания. Возможно, когда-то в прошлом он служил Кришне, ну, какая-то тайна. Но в Испании каждый знает, что Колумб хотел увидеть Господа Читания. Он просто имел это желание. Он ничего для этого больше не делал. Он не совершал никакого преданного служения. Просто было желание увидеть, и он стал первооткрывателем на все времена. И что даже малейшее продвижение по этому пути может спасти от величайшей опасности человека. В Гите Кришна говорит об этом. Как это влияет на наши судьбы? Мы все становимся уже великими людьми, потому что мы совершаем преданное служение. Но мы никогда так думать не будем, потому что мы будем всегда находиться в процессе очищения. В процессе очищения мы забудем о своем величии, это очень хорошо. Но просто слуги Кришны. Это великая позиция. Потому что простой слуга Кришны, простой, как ребенок говорится, именно он и приведет всех в Царство Божие. Станьте как дети, говорит Иисус Христос. Когда Прабхупада видел ребенка в Америке однажды, он стал танцевать с ним и петь. И малое дитя поведет их, и малое дитя поведет их. Вот так все просто и так могущественно. То есть у нас есть с вами резон и причина отказаться от ложного эго в какой-то момент. И просто посвятить свою жизнь служению Богу. Это подтверждается также в 11-й песне Шримад Бхагаватам, где Господь говорит Удхаве: «Дорогой Удхава, того, кто нашел прибежище во мне, полностью вручив себя мне и следует моим наставлениям, забыв обо всех предписанных обязанностях, нужно считать лучшим из людей». Помните, Кришна Бхагавадгите говорит то же самое, по-другому. «Сарва тарман паритя джамама кам шаранам враджа». Ахам твам сарвапа пепхиомакшиячаймашу чага. Он говорит Арджуне: на самом деле, Арджуна, оставь все эти дхармы. Все это следование природе, различным религиозным принципам. Просто предайся мне. Я тебя лично защищу от всех твоих ошибок и несовершенств. Этого достаточно. Ты можешь просто служить Богу и все. И на самом деле больше ничего и не нужно. Все ведические правила и предписания сводятся к одному, что нужно с полной преданностью внимания просто воспевать святые имена Бога. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Это суть всех ведических наставлений, выражается в воспевании святого имени. Этому нужно уделить максимальное внимание в нашей практике. И так мы сможем иметь прибежище при всех обстоятельствах, при всех наших неудачах в святом имени. Если вы чувствуете себя расстроенным, вы должны сразу брать четки в руки, найти какое-то подходящее место и повторять святые имена. И вы увидите, как все быстро проясняется в сердце, как все становится понятно. Есть три способа реагировать на ситуацию, я слышал. В разных гунах, по-разному люди реагируют на одну и ту же ситуацию. Пример. Велосипедист проезжает и брызгает вас грязью. Такой пример. И люди в разных гунах природы. Можно поставить такой спектакль. Человек в невежестве. Ну, такой, знаете, обидчивый, депрессивный, ленивый, изощренный в оскорблениях и критике. Такой вот весь из себя. И велосипедист проезжает. Ну, все так плохо в жизни, так ужасно. И тут еще этот велосипедист, грязь, он вообще начинает рыдать и плакать. Все. Депрессия опускается, ничего делать. На работу не пойду. Все. Налейте мне стакан водки, чтобы успокоиться. Это реакция в гуне невежества. В гуне страсти человек идет, он боевой такой, знаете, он верит в себя, в свои силы, в зарплату, в организацию. Часы на руке, он успевает, все в порядке, контролирует ситуацию полностью, по часам. И тут весь в грязи. И что он делает? Он догоняет его, сталкивает с велосипеда и показывает, кто тут хозяин. Это человек в страсти. А человек в добродетели? Он уравновешенный, спокойный, он знает, материальная жизнь не сладкая, я заслужил каким-то образом это.
Я тут уже не одну жизнь влачу, потому что не могу никак отказаться от ложного эго. Я все еще связан с материальной жизнью. Велосипед. Вот и сейчас я опять не там иду, где нужно. Ну, что делать? Он просто вытирает, думает, боже мой, какой я глупый человек. Он даже не смотрит в лицо этому человеку. Ну, карма так работает нормально. Вот в разных гунах люди по-разному поступят. Видите, в невежестве нам не очень хорошо быть. Плакать по каждому поводу, жаловаться и прекращать преданное служение. И стремиться к чувственным наслаждениям – это в гуне невежества. В страсти означает, что мы тут докажем все-таки, кто прав. Я этого так не оставлю, не так ли? Это тоже никуда не годится. Это для духовного общества не годится сражения, какие-то революции, разборки. Но хотя бы гуна благости должна быть. Мы влачим материальное существование, но нужно прекратить его. Каждый в этом будет заинтересован, наступает гармония и мир. Даже при каких-то неудачах Кришна их исправляет. Как? Просто вместе поем киртан, и все становится лучше. Хоть на какое-то время мы смотрим, уже лучше. Уже можем встать в лицо друг другу и улыбаться. Но только что не могли, а уже сейчас можем, уже лучше. И мы знаем, что если мы все даже недовольны прием на киртан, после киртана все будет лучше. Кришна защищает, очищает от всех грехов, ошибок. Он говорит, Бхагавадгите об этом. Предайся, я защищу. Из этих слов Верховной Личности Бога можно понять, что люди, увлеченные филантропической, этической, нравственной, альтруистической, политической и социальной деятельностью, могут считаться хорошими только с мирской точки зрения. Более того, Шримад Бхагаватам и других подлинных ведических писаниях утверждается, что человек, просто действующий в сознании Кришны и занимающийся преданным служением, находится в гораздо более выгодном положении, чем те, кто занимается филантропией, этикой, моралью, альтруизмом и благотворительностью. Вот такая вещь утверждается здесь. Только, пожалуйста, не думайте, что нам не нужны никакие благотворительные деятельности. Это тоже необходимость. Во всяком случае, люди, живущие семейной жизнью, должны совершать какую-то благотворительную деятельность. Однажды один ученик подошел к Прабхупаде и спросил. Сказал, Прабхупада, скажите, в чем секрет успеха в семейной жизни? Интересует вопрос? Ну, конечно. Это важный вопрос. Прабхупад сказал, прежде чем поесть, уже выйти на улицу трижды позвать. Кто голодный, заходи домой и ешь. Обед готов. Очень подумал, как-то это не то, что я спросил, похоже. Что Прабхупада? Я другое хочу узнать. Вот в чем секрет семейного счастья? Прабхупада невозмутимо сказал, прежде чем поесть, выходишь на улицу и трижды громко, не шепотом, произносишь, кто голоден, заходите, обед готов, будьте гостем, дорогим. И потом, когда поедят гости, ешь ты. Ученик думал, так и не додумался. Ну как это связано с секретами семейного счастья? Прабхупада, ну простите меня, но у меня все же вопрос, но в чем секрет семейного счастья? Объясните мне. Прабхупада невозмутимо идет. Прежде чем поесть, ты должен выйти на улицу и трижды громко позвать гостей, накормить их, а потом поешь сам. Ягья. Делайте так. Это благотворительность. Это необходимость. Не думайте, что это не нужно делать преданно, потому что я повторю Хари Кришну. Я все сам съем теперь. Так мы взращиваем ложную гордость тоже. Воспевая Хари Кришну, можно взрастить такую трансцендентную ложную гордость. Знаешь, что такое ложная гордость? Она, значит, может имитировать. Она может притворяться, она может подражать, она может копировать, но она никогда не изменится. Это ложь под разными масками. Поэтому необходима благотворительность. Даже в среде преданных необходима благотворительность. Если нужна какая-то помощь, помогайте. Если вот нуждается в помощи, помогите. Это должно быть нашим законом общины. Благотворительность – это минимальное вообще, что требуется от человека. И поскольку мы помогаем преданным, поскольку мы это делаем в служении Богу, это не является мирской деятельностью. Это способ прожить жизнь с честью в этом мире, в материальном мире. Если вы живете в материальном мире, вы должны жить в сатва-гуне. Вы не можете жить здесь трансцендентно. Не ходить в магазин, не переходить дорогу, не использовать машины. Вы должны жить, непосредственно соприкасаясь с материальной энергией, но для этого необходимо жить в благости. То есть благотворительность. Все, что мы делаем, для благотворительности. И проповедь Прабхупада сказал, является высшей благотворительностью.
Это тоже в духе благотворительности. Не для славы, а для благотворительности. Это высшая благость. Люди услышат о Кришне, услышат о духовном существовании. Их жизнь изменится, улучшится, несомненно. Они обретут разум, могущественный. Это необходимо. Все формы благотворительности необходимы людям. Даже доброе слово необходимо. Все это необходимо делать, поскольку мы люди и должны жить в благости. Не пренебрегая, то есть вот этими также правилами, предписаниями. Веды мы должны принимать на всех уровнях. Вы думаете, вайшнава проповедует сансаны? Нет. Это только начало. А потом люди будут смотреть, как он одевается, как он ходит, как он разговаривает, как он живет с женой. Сколько они ругаются в день. Как он зарабатывает деньги, какие имеет привычки. Это все проповедь. Это все важно. Если люди видят, что мы говорим о Кришне, если мы не так же видим, что мы живем в благости, они примут все это. Скажут, это правильно. Садвит накормить ее. Она почувствовала к ней сострадание, как живому существу. Очень важный момент. Пропада своим состраданием изменил все вокруг. Своей духовной силой. Поэтому все формы благотворительности необходимы, чтобы размягчить наше сердце. Мы распространяем не благотворительность, мы распространяем сострадание. Благотворительность без сострадания – это мирская, корыстная деятельность тоже. Это тоже взращивает ложное эго. Но именно сострадание важно. Если у нас пробуждается сострадание, автоматически мы действуем так, добродетели. И на самом деле мы должны распространять именно качество сострадания, но не просто какую-то благотворительность. Как преданные книги распространяют. Они не просто книги, они распространяют сознание Кришны, поскольку они в сознании Кришны. Люди понимают, что они берут эту книгу, потому что они получают сознание Кришны уже от этого человека, от его настроения, от его бхавы. То есть мы распространяем сознание Кришны, не просто какие-то книги распространяем. Мы распространяем то, ради чего мы сами живем, что в нашем сердце находится. Это нужно распространить. Тогда люди знают, что в этих книгах что-то есть, потому что они уже получили это, мы уже это распространили. С этим желанием служить Прабхупаде. Итак, сознание Кришны означает духовные качества, которые возрождаются через преданность Богу. Если мы испытываем трудность с какими-то качествами, наша гордыня довольно крепкая может быть, или какие-то недостатки характера, что же нам делать? Нужно предаваться Кришне. Кришна, я твой слуга, я имею недостатки, но я что, слуга? Возьми вожжи этой колесницы в свои руки. Арджуна сказал, возьми вожжи этой колесницы в свои руки, и я тогда смогу держать победу. Я простой воин. Я не смогу убить Пишмадеву, я не смогу победить, может быть, Карну даже. Я не смогу справиться с Дроной. Но если ты возьмешь вожжи моей колесницы, я каким-то образом смогу победить, я не знаю, потому что ты сможешь это сделать. Все-таки это преданное служение вмещает в себя, видите, все добродетели, все необходимые вещи. Тут не от чего отказываться хорошего, тут нужно все принимать хорошее. Как вы принимаете микрофоны, эти залы, эту аренду, мы тоже все это делаем. Но мы не занимаемся этим ради материального успеха. Мы хотим, чтобы просто передавать знания таким, создать условия для этого. Это называется бхакти, это не кармическая деятельность, это не бизнес чей-то.
Ну, я думаю, что тут можно остановиться. Что, сознание, конечно, не бизнес, хорошая концовка, мне кажется. Спасибо. Несколько вопросов, если время позволяет, да? Что надо... Вспомнил, что надо повторять. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Только с закрытыми глазами нужно повторять. А вдруг увидишь того, кому ты не хочешь пожелать счастья. Будет трудно. Это очень хорошая мантра. А потом повторяй. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, 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 Харе Харе. Если ты Кришне желаешь счастья, повторяй Харе Кришна мантру. Если Кришна будет счастлив, все будут счастливы. Очень хорошо. Я так и думал. Что тебе думаешь, четкий? Я так и думал. У тебя туласи на шее. Это мне рецепт передали. 2 литра молока. Видимо, это не мне? А? Да, это передали. Харе Кришна. Да, спасибо да. За великолепную лекцию. Очень пожалуйста, где? Спасибо большое. Харе Кришна. Я хотел бы поинтересоваться таким вопросом. Часто очень замечаю, что преданные воспевают «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рамо». И вот этот момент меня всегда настораживал, когда Шрила Прабхупада говорил, кто такой Рамо? Его зовут Рама. Как же все-таки правильно? Объясните нам. Это еще ничего, бывает хуже. Есть разные произношения, бывают у людей некоторые привычки или дефекты. Когда мы были в Арисе, мы вообще слушать не могли пение Харе Кришна мантры. Просто разбегались все, и это было смешно и печально одновременно. У них особое произношение ориев. Они не Кришна поют, не могу даже сказать. Кришна. Харе Кришна. Вот смеяться или плакать, я не знал просто. Но Кришна и все. Что там они поют вообще? Ну почему Кришна? Ну Кришна же. Но тори так поют. Китайцы, они не могут ре говорить, им трудно. Ле-ле, лама-лама-лама, хали-хали-хали. Кришна-кришна, лама-лама, хали-хали. Им сложно вот так вот в речи р сказать. Они специально отдельно могут сказать р. Но в речи л. Так повторяют. То есть такие особенности. Это, конечно, в момент тоже можно поправить. Можно поправлять, когда мы слишком какой-то акцент добавляем, может быть, искажаем, можно поправлять. Но иногда это невозможно, в силу того, что у человека природа своя. Так он говорит. Как москвичи акают все. А петербуржцы тоже окают, нет? Акают. Так может, если... Хотел попросить, дайте, пожалуйста, тогда наставление именно для нашей ятры. Как все-таки правильно говорить? Я уже в этом давно участие не принимаю. Я знаю, это очень индивидуальный момент. Ну, повторяйте, Рама. Харе Кришна, спасибо. Все равно кто-то Рамо будет говорить, я знаю. Ну, повторяйте, Рама, как написано, Рама. Рама – это уже женское имя. Если мы Рама, длительное Рама – это уже женское имя. На самом деле, Рам, Кришн, Рам, если так строго, мужское имя – Рам. Шри Рам. Рам или коротко А, Рама. Когда мы Рама поем, то это уже одно из имен внешней энергии Кришны. Бывает, что в совместном служении разные преданные проявляют разные настроения. И от этого иногда возникает разногласие даже со старшими. Если при этом постоянно принимать мнение других или старших, возникает неудовлетворение. Является ли это неудовлетворение проявлением гордости
и как сотрудничать в этой ситуации. Не в этом вопрос ваш. Это не является такой уж проблемой. Какие-то привычки, какая-то обусловленность, какая-то природа. И вы что-то делаете, и настроения отличаются. Не в этом проблема. А проблема в том, что мы должны заинтересоваться друг другом, когда совершаем преданное служение. Понять мотивы человека, который совершает преданное служение, прежде чем будем делать какие-то замечания о его недостатках внешних. То есть сначала нужно подружиться с этим человеком каким-то образом. Тогда, естественно, вы будете делать замечания друг другу, это не будет болезненно. Здесь мы видим, есть некая болезненность в этом. Неудовлетворение, значит, болезненность. Мы делаем замечания друг другу, обижаемся потом, как-то вот не нравится. А я от всего как-то сердца пытаюсь сделать, а вот не нравится. Потому что мой мотив остается непознанным. Люди не заинтересованы во мне, как в личности, а просто делают мне замечания постоянно. В этом вопрос, видите? Не в том, что мы разные имеем какие-то недостатки, а в том, что мы должны быть внимательны к мотивам друг друга, изучить друг друга, понять глубже друг друга. Что сложно в этом, если кто-то делает мне замечание, что тут проблематично? Только в том, что у нас нет отношений. Когда нет отношений, это проблема. Но когда есть глубокие отношения, какая это проблема? Где вы видите тут проблему в этой записке? Ее нет. Если это друзья. Они могут что угодно говорить друг другу. Дружба не страдает от этого. Это касается также семейных людей, которые живут вместе. Мужчины и женщины, дети, семьи. Важно научиться понимать мотивы нашей деятельности. Не саму деятельность оценивать, а мотивы научиться видеть. А вот себя оценивать по поступкам, а не по мотивам. Всегда думать, если я так поступлю, что подумают другие? Не будет ли это беспокойство? Этикет. А других только по мотивам. Нужно понять сначала человека, прежде чем делать ему замечание. Так эта культура требует внимания и терпения. Да, пожалуйста. Да, вопрос. Микрофон. Хари Кришна. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что в Бхагавад-гите говорится, что атеистам Господь дает знания и позволяет им быть в их иллюзии, да? А преданные бхакта-йоги, они как бы верят в Кришну, знают, какая у него форма, какие его игры. Как удостовериться в том, что это в данном случае уже не иллюзия? Как на нашем... Что форма Кришны не иллюзия. Да, что это 100% вот так вот, и что во втором случае это действительно не иллюзия. Как убедиться, что форма Кришны не иллюзия, что это реальность? Что все это движение, все в противоположность атеизму, да, это не иллюзия. Что вера в Кришну не иллюзия? Как убедиться в этом? Мы можем считать, что жизнь реальна, материальная. В каком-то смысле она реальна, она временна просто. И можем испытать какие-то чувства к Богу иногда. Ну, как бы внутренние, субъективные. Или как бы иллюзорные. В этом смысле слова. Субъективные. На одном даже том же киртане кто-то может почувствовать любовь к Богу, кто-то еще нет. Ты субъективно. Хорошо. Можем так считать по привычке. Но, когда эта жизнь проходит близко к концу, что вы запомните? Видите? Всю эту реальную жизнь вы забудете. А вот это чувство мгновения вы запомните. Так где же реальность? Где настоящая реальность? То, что проникает в сердце, есть реальность. В глубину нашего сознания, вот там реальность существует. Остальное иллюзия. Поверхность – это иллюзия. Мы даже не запомним это. Если каждый из нас спросит, что было, скажем, 5-6 дней тому назад, в это время нам напрячь память придется. Это течет, не оставляя никакого следа в нашем сердце. Потому что это иллюзия. Как сон проходит. Но если я вас спрошу, а когда вы испытали первую любовь, вы скажете, и день, и возраст, и обстоятельства, и все вспомните.
Это было близко к реальности чувства. Или тот момент, когда вы вдруг обрели эту веру через кого-то, и пронзило ваше сердце, вы не сможете забыть это. Это реальность. То есть речь о глубине восприятия. Реальность значит глубоко, до мозга костей. Это реальность. А событийность этой жизни и прочее, такие вещи поверхностные, сон, мы это все забудем, это не придает даже значения никакого. Вы идете в Индию, иногда вы настолько отвлечены от этих духовных вещей, потому что такая аскеза, так жарко и так больно ногам идти по раскаленным щебенке, скажем, на асфальте, с волдырями, и с ранами, или с проколотыми ногами, и прочее, или жара, или вы болеете еще, и при этом вы слушаете киртан идете, вы слушаете какие-то, какую-то катху о Кришне вокруг Говардхана, и трудно сосредоточиться на этом фоне. Но когда вы приезжаете сюда, вы не вспомните про эти стопы, про эту боль, вы все забудете, вы вспомните про Кришну. Реальность останется, иллюзия уйдет. Так проверяется. Реальность остается, иллюзия уходит. Если вы услышите о Кришне из верного источника, вы никогда не забудете это впечатление. Даже в следующей жизни вы придете к Кришне благодаря этому впечатлению. Это высшая реальность. Но по привычке мы думаем, что жизнь реальна, вот утро, день, вечер, работа, магазин, стирка, вот она реальность. Простите, но мы это просто не будем даже помнить очень скоро. Уже через месяц мы не будем помнить, сколько белья я простирал за все это время. Это не касается моей жизни вообще как таковой. У меня с памятью не самый лучший вариант. Но когда я пришел в сознание Кришны, я выучил самсару за один раз, услышав ее. Потому что преданный пел с любовью самсару, даваналу или далока. Мы были с ним вдвоем. Не помню, в какой-то квартире, нежилой фонд. И там мы решили провести утреннюю службу. Первый раз у меня была самсара даванала лилалока. У него был барабан, он пел, он спел самсара даванала лилалока. Один раз 8 куплетов, я их запомнил на всю жизнь. Почему? Он пел от сердца. Я не могу похвалиться памятью, но в этом случае я просто их запомнил. Естественным образом. Так где же реальность? Где иллюзия? Есть привычка, и не называйте привычные вещи реальностью. Как же правильно вырабатывать устойчивое отвращение к греховной деятельности? Сначала выработайте отвращение к своим анартхам, к собственным недостаткам. И выбросьте их. Как? Например, вы берете и залазите в нос к себе. И достаете что-то вот такое. Что вы делаете? Вы сразу выбрасываете, моете руки, верно? Вот точно так же нужно поступать. Видите, анарх, вот точно так же выбрасываете и сразу моете руки. Все. Отвращение. Не так что-то разглядываете, анализируете. Снова в нос заталкиваете, отвращаете. Это же мое. Очень важное. Это слабый пример. Еще испражнения есть. Человек заново их не ест, верно же? Почему? Потому что есть отвращение. Если мы когда-то уличили самого себя в каком-то недостатке, мы не должны снова повторять это. Развить такое отвращение, снова этого не делать. Если вы этого не делаете, вы не даете пищу этой анартхе, она просто умирает. Как растение, не поливая водой, оно высохнет просто, исчезнет само по себе. Если не давать пищи. Вот в этом весь секрет. Итак, мы себе не позволяем гневаться по всяким пустякам или оскорблять кого-то. И постепенно, постепенно этот характер начинает меняться. Это сила будхи-йоги или бхакти-йоги, йоги разума. Мы можем наконец управлять своей жизнью. Если преданный не в состоянии изменить свой характер, Кришна поможет ему. Он пошлет преданных, которые помогут в этом. Пошлет духовного учителя, пошлет процесс, пошлет болезни.
уже по другой причине, не просто судьба, а для того, чтобы изменить характер, очистить человека. Все станет благоприятным. Харе Кришна, последний вопрос, пожалуйста. Харе Кришна, скажите, пожалуйста, как правильно принимать ответственность, когда есть возможность ее принять? То есть избегать таких крайностей, когда, как обычно, не хочется принимать на себя ответственность, при этом не взять на себя слишком много ответственности, чтобы ты не справился с ней, чтобы такого не получилось. Как не брать много слишком ответственности на себя? Как заставить себя принимать ответственность, когда не хочется этого делать, а надо это сделать? И как не переборщить? Просто пробуйте. Это нужно попробовать. Найти свой уровень ответственности, пробуем. Вот тут получается, я могу. Больше? Получается. Еще больше? Оп, не получается. Угу. Значит, пока вот здесь. Вот. Пробуем. Ничего страшного, если что-то не получается. Мы ищем. Учимся. Когда мы учимся, означает, что будут какие-то недостатки. Не обращайте на это внимания. Мы учимся. Мы ученики. Знаете, когда Прабхупада устанавливал божества во Вриндаване, мы сегодня с Вриндаваном разговаривали по скайпу, и там говорят, что-то невероятное творится. Там каждый вечер столько людей, такие киртаны, что до плафона прыгают. Там что-то такое происходит каждый вечер сейчас в Вриндаване. Такое воспевание, такие киртаны. И Прабхупада тогда установил во Вриндаване эти божества знаменитые. Это была окраина Вриндавана вообще, там даже электричества не было. И пришли на установку брахманы вриндаванские, пандиты. Они мантры наизусть знают, эти священные писания на санскрите говорят. А обряд проводят ученики Прабхупады, которые эти мантры повторяют, знаете, по-американски. Но даже толком еще не понимают значение этих мантр, и окончание у них там, ударение, все вообще неправильно. И Прабхупада сидит таким величественным видом, знаете, слушает все это. И эти брахманы, Прабхупада, что происходит вообще? Они все неправильно, они все искажают, каждое слово вообще, это кошмар какой-то. И не обращайте, они учатся. Харе Кришна, конечно. Потом сказал ученикам, это не так важно, это мы сделали для ученых брахманов, чтобы они убедились, что божество установлено. А на самом деле установить достаточно спев Харе Кришна. Вы поете Харе Кришна, этого достаточно, все остальное не так важно. А ошибки означают, что просто учитесь. Но если вы повторяете одни и те же ошибки, значит, вы не ученик. Надо учиться. Надо учиться. Шрила Прабхупада ки джай. Киртан попойте. Оставайтесь на местах, пожалуйста, присаживайтесь.
Gaurahari,
Еще одно очень важное объявление, пока вы еще не подошли и не стали брать просад. Дорогие преданные, во вторник и четверг на Джамаштами на Прупаду, в среду и четверг, надо готовить пир, и для этого нужны помощники, причем помощники любые, и преданные, и преданные. Если кто-то хочет помочь, то поднимите, пожалуйста, руку или подойдите к Адвайта Крипале Прабху. Александра Хакимова. Пожалуйста, подходите. Остались несколько комплектов. Дорогие преданные, после раздачи Махапрасада, читание Чанта Чарат Прабху может вам распространить и подписать книгу Шрилы Прабхупады. Это очень удивительный шанс. Пожалуйста, воспользуйтесь.
Thank you.
Присаживайтесь, пожалуйста, рядами. Еще одно объявление, пожалуйста. 1 сентября для учеников Гопал Кришна Госвами будет проходить здесь, в этом зале прекрасном, Вьясапуджа. Она будет начинаться с 11 часов. Еще раз. 1 сентября для учеников Гопал Кришна Госвами будет проходить в центре Гаура Вьясапуджа. Хари Бол.
Хари Кришна, дорогие преданные. 8 числа состоится ярмарка, первая вайшнавская ярмарка, все пожертвования от которых будут переданы в фонд Гаура и поддержка Гауры как таковой. Вот. Если кто-то хочет поучаствовать в ней какими-то рукоделиями, может быть, кто-то может испечь какие-нибудь печенья, вся информация есть вот на стенде. Обращайтесь, пожалуйста, вот Матаджи Юля. Юля, поднимите руки, пожалуйста, чтобы вас все увидели. Вот она курирует эту ярмарку, и к ней кто чего хочет сделать. Хари Кришна. Махапрасаде Говинде. Намо Брахмани Вайшнаве. Свалпа Пуньеватам Раджам. Вишвасанайва Джаяте. Шарира Бидяджай, Джодин Ритахика, Джихви Пили Вишая Сагури, Тари Матхи Джихвати, Лобхамой Судурмати, Таке Джита Канхира Самсари, Кришна Баре Доймой,